Сегодня 20 июля. У мусульман великий праздник Курбан-Байрам. Долг мусульманина в этот день принести Господу жертву, вспоминая о жертвоприношении пророка Ибрахима. Он показал пример послушания Аллаху, согласившись принести своего сына в жертву. Убедившись в преданности Ибрахима, Господь остановил нож, позволив заколоть вместо сына барана. И вот в честь этого праздника в городе Сим на центральном рынке готовят плов, поздравляют всех мусульман с великим праздником и приглашают за бесплатно, приглашают угоститься пловом. Так что все желающие могут подойти и отведать плов. И поздравить, естественно, с праздником. Всех мусульманам с праздником. Удачи, здоровья всем. Да. Ну и приходите. Да. Плов будем. Вот. Курбан-байрам. Курбан-байрам сегодня у нас праздник. Но от себя лично хотелось бы поздравить всех мусульман с праздником. Пожелать крепкого здоровья. Праздник у нас.